По статистике Банка России в 2023 году 82% покупателей выбирают безналичный расчет. В финансовой сфере безналичная система платежей между продавцом и покупателем называется эквайринг. Через нее клиент оплачивает товар или услуги с помощью своей карты в торговой точке. Эквайринг. От английского acquire – приобретать, получать. Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату товаров и услуг пластиковыми картами. Покупатели могут расплатиться как дебетовыми и кредитными картами, так и по QR-коду или смартфоном или иным устройством, если они поддерживают функцию бесконтактной оплаты. Для покупателя процедура оплаты за товар картой выглядит просто. Он прикладывает платежный инструмент к терминалу, моментально совершается операция, кассир осуществляет контроль за поступлением денег за покупку. Распечатывается чек об оплате и документ передается клиенту. Если у пользователя подключены SMS-оповещения, к нему на телефон поступит сообщение о списании средств с карт счета. Видов эквайринга несколько. Он разделяется по сфере, в которой осуществляется операция. С помощью каких технологических средств это происходит? Торговый эквайринг, мобильный эквайринг, интернет-эквайринг, ATM-эквайринг. Использование эквайринга не освобождает бизнес от применения кассы. При приеме денег, как наличных, так и по карте, продавец обязан выдать клиенту фискальный чек. Это установлено российским законодательством. За подключение эквайринга банк может брать деньги, а может подключить бесплатно. Изучайте конкретные условия банка, к которому хотите подключиться. Эквайринг выгоден для всех сторон, участвующих в операции. Банки и платежные системы получают комиссии, покупателям предоставляется удобная форма расчетов. Трейд-ин. Дословно это выражение в переводе с английского означает «торговля между» или «взаимозачет». Само по себе слово «трейд» переводится как «торговля, сделка». Классическая процедура обмена старого автомобиля на новый проста. Вы приезжаете к дилеру, он проводит диагностику вашего автомобиля и его оценку, и если предложенная цена вас устраивает, вы подписываете с дилером договор купли-продажи вашего автомобиля и тут же приобретаете новый с учетом скидки, равной цене старой машины. Продажей вашего старого автомобиля, соответственно, будет заниматься дилер, а вы уезжаете от него уже в продаже. А еще такой подход, как правило, отменяет необходимость быть без автомобиля на время покупки нового. Если нужная вам модель есть в наличии у дилера, вы приезжаете к нему на старой машине, а уезжаете уже на новой. Разумеется, для покупки этой новой машины вам будет доступен и автокредит. Это тоже можно считать плюсом. Ну и, наконец, одно из главных преимуществ на данный момент. Представление дилерам дополнительной скидки на новый автомобиль при условии его приобретения в трейды. Не стоит, впрочем, полагать, что трейд-ин – абсолютно идеальный способ смены автомобиля. Недостатков и нюансов тоже хватает. Один из главных – низкая оценочная стоимость сдаваемого вами автомобиля. Автосалон с огромной долей вероятности заплатит за него стоимость ниже рыночной. И это не обман. Вам тоже стоит трезво понимать, что бизнесу нужна прибыль. А ваша машина будет выставлена на перепродажу с сопутствующими расходами.